Привет, ребята! Сегодня я покажу вам две простых прически на каждый день и один вариант, как я кручу свои локоны. Поехали! Этот вариант накрутки локонов сейчас мой фаворит. Для этих локонов нам понадобится плойка диаметром от 30 мм. Начинаю с нижней части волос и делю ее на две части. Так как у меня нету отдельной плойки, я буду использовать инстайлер. Кстати, держу я всегда локон не более 1 минуты. После того, как я накрутила нижнюю часть волос, я начинаю крутить боковые части, а оставшуюся часть волос, чтобы она нам не мешала, я всегда закручиваю в гульку. На плойку именно такого диаметра от 30 мм получаются такие красивые легкие волны. И за счет волны, ребят, которая получается, волосы выглядят более блестящими. Также можно локоны расчесать и соединить их в одну общую массу. Получится тоже красиво. Далее, ребят, мы будем делать с вами две очень простых и быстрых прически, а самое главное, интересных. Для первой нам понадобятся две косички, которые мы не доплетаем до конца. И теперь берем первую косичку и, поднимая кверху, заворачиваем ее как бы в кружок и временно фиксируем невидимкой. Или можно сразу зафиксировать невидимкой, только так, чтобы ее не было видно. Теперь берем другую косичку и также, поднимая кверху, заворачиваем ее в кружочек. Теперь соединяем две косички наши так, чтобы в итоге у нас получилась форма сердечка, а предыдущие резиночки, которыми мы фиксировали косички, можно уже убрать. Вот так просто можно сделать такое сердечко. Для второй прически нам понадобится отделить две пряди волос и соединить их в хвостики. Далее отделяем с одной стороны части волос и кладем эту прядь сверху хвостика. Дальше просовываем в середину. Временно фиксируем конец пряди невидимкой. С другой стороны мы также отделяем прядь, кладем ее сверху хвостика, просовываем в середину хвостика, и теперь мы можем убрать невидимку и соединить два конца этих прядей вместе с помощью резиночки. И у нас должно получиться сердечко. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте поставить палец вверх к этому видео. Также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И совсем скоро с вами увидимся.